Второй четвертьфинальный бой боксеров первого тяжелого веса. Георгий Канделаки, Грузия, и Феликс Салон, Куба, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира. Третий раунд при счете 11-3 в пользу кубинского боксера. Первый раунд практически шел на равных, но словно дополнительную скорость включил Феликс Салон в середине второго раунда, и разрыв, смотрите, увеличился до такого уже катастрофического счета. 28 лет кубинского боксера, много лет он не знает себе равных на ринге, не помню даже, когда он проигрывал. 22 года Георгию Канделаки, боксеру из Гори. И вы знаете, несмотря на молодость, он уже тоже титулованный боксер. Чемпион Европы 93-го года, серебряный призер чемпионата мира 93-го. Причем в финале он проиграл Феликсу Савону ввиду явного преимущества. Второй раз они встретились с Савоном на чемпионате мира в Берлине в 95-м году, где опять победил Савон. Но это был уже в 1/4 финала. Третий поединок, третий. Хотелось бы, конечно, Георгию Канделаки, 22-летнему грузинскому боксеру, победить такого именитого соперника, но не получается. И вот нокдаун, первый нокдаун сегодняшней встречи. Кстати, в последние секунды второго раунда тоже чуть-чуть было не побывал. Вот посмотрите, как прибавляет Савон, идет вперед, мощнейшие удары пробивает защиту Георгия Канделаки. Еще раз хочу подчеркнуть, первый раунд боксировали на равных. 5-3 был счет первого раунда в пользу кубинца. Что там случилось? Просит лицо, перчатки. Ну что ж, тайландский рефери, может быть, дает немножко отдохнуть Канделаки. У Салона просто страшнейший удар правый, и боковой, и прямой. Он потрясает своих соперников, буквально не дает передохнуть. И вот даже иногда непонятно, почему он сразу же не так не боксирует. Тоже приглядывается, но с другой стороны, он уже знает Канделаки, третий раз с ним видел поединок. Удар ниже пояса, замечание Феликсу Савону. Да, счет огромный, 18-3. Но пока не удается добиться победы ввиду явного преимущества. Хотя еще время есть у Савона. Савона в полуфинале ждет известный германский боксер Луан Красники. Вы уже видели его поединок, но думаю, что немецкому боксеру будет нелегко сдержать атаки знаменитого кубинца. Последние секунды. Ну, надо хоть продержаться. Опять удар ниже пояса. Пятнадцать секунд. 24 в пользу Феликса Савона. Последние секунды, и уверенная победа двукратного олимпийского чемпиона Феликса Савона. Кубинец, по-моему, явно настроен на то, чтобы одержать свою третью олимпийскую победу и догнать его товарища, многолетнего товарища по сборной команде Теофила Стивенс. Вот видите, сейчас прямой правый удар, после которого рефери открыл счет. Красив Феликс Савон. Посмотрите, какая мускулатура. Итак, победа Феликса Савона.